Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли Юрий Башмет. Юрий Абрамович, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. У вас сейчас, конечно, предчувствие опять колоссального марафона искусств. Я говорю о зимнем сочинском международном фестивале. И он уже 12-й раз по счету будет проходить там, в прекрасных местах, с прекрасными артистами на замечательных площадках. Вы сами приглашаете своих друзей, вы им звоните, или все гораздо более официально? Как это происходит? Интересный вопрос. На самом деле, у меня замечательная команда. Вот они все готовят, генеральные идеи, значит, мы обсуждаем, а потом техническую часть выполняют мои друзья. Это русское концертное агентство. И я им очень доверяю. Ну вот так это происходит. Тогда вопрос, прежде всего, как к музыканту. Будут ли премьеры, может быть, премьеры произведений, написанных специально для вас, а таковых мы знаем за историю вашей концертной деятельности, больше 50 опусов, посвященных и написанных специально для вас и посвященных вам. Будут ли в этом году премьеры, которые вы будете исполнять? Да-да, конечно. Угу. Но я скажу, что их будет, должно быть 5. Это и Россия, Бельгия, Франция. Вообще без премьеры я не представляю себе фестиваль. Вот там премьера – это часть обязательная. Также у нас образовательные центры, и мы будем работать с вашими коллегами, то есть обучать критиков быть образованными, глупостей не говорить. То есть они должны быть образованными. Дальше их мнение очень интересное, но нужна база. Вот эту базу мы там создаем. Угу. Там в том числе школа драматургов, в том числе школа, вообще конкурс композиторов, который единственный у нас вот действующий в стране, он нам дает понимание о том, в какую сторону фантазия развивается авторов. Мы все ждем, когда родится следующий Шостакович, Шнитке, Губайдулина, Александр Чайковский, Моцарт. И Чайковский, Петр Ильич. Мы для этого все делаем, мы в процессе. И поэтому сейчас наш разговор, он такой, вот будут премьеры? Да, будут. А главное другое, будет ли жить это произведение после фестиваля? Ну, как, например, живет «Не покидай свою планету». Спектакль, да-да-да, музыкальный, спектакль. Драматический. Он там родился, и он живет. Ярко. И в этом году на этом фестивале, на 12-м, он будет уже не в первый раз показан именно в рамках фестиваля, чуть ли не в четвертый раз. Да, но это уже как такая визитная карточка. А вы с Константином Хабенским не обсуждали ваше участие в этом спектакле? Ну, знаете, премьера, после этого обычно спектакли развиваются, что-то может меняться, не только в музыкальной партитуре, но и в текстах. Вы с ними обсуждали момент своего участия там, как говорящего актера, не только как дирижера. Ну, мы обсуждали в самом начале. Mm-hmm. И я, собственно говоря, сознательно ушел от этого. И, да, было предложение. Ну, во-первых, у нас замечательный режиссер. Виктор Крамер, да. Да, Крамер. И вот вообще предполагалось, что я буду тоже участвовать как драматический актер, но я считаю, что это разные профессии. В общем, надо уважать профессию. Самое главное – это импровизация, то, что и происходит. Поэтому спектакль живет. И вот если вы мне сейчас скажете, что вы хотите послезавтра прийти на этот спектакль, я не обещаю вам хорошее место. Несмотря на то, что нет никакой рекламы. Это сарафанное радио, значит. А что, разве не было какого-то отзвука очень серьезного после такого масштабного
исполнение совместно русско-китайского произведения. Это было как раз 2 года назад в рамках Сочинского зимнего фестиваля, когда и Александр Чайковский, и наши китайские друзья, композиторы, написали что-то просто... Там и китайская пипа, и какие-то их национальные инструменты. И с нашей стороны были и балалайки, и гусли. В общем, какая-то очень интересная была история. Вот разве вот такие вещи не повторяются? Это все-таки разовое, к сожалению. Я получил CD, ну, для прослушивания, готовая запись «Слово о полку Игореве» Александра Чайковского. Да. Вот это уже результат поиска Сочинского фестиваля. Там одновременно звучит альт в моем исполнении, симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. Это такое сочетание невероятное, а это результат этих наших поисков в Сочи. Вот скоро мы все это услышим. Это уже было в Москве, но так не очень заметно прошло. Там читает текст Михаил. Замечательно, да. Ефремов. Он читает текст, и музыка замечательная. Но это скоро мы об этом все узнаем в Москве. Но это есть уже продукт. Есть. А это результат, вот то, о чем вы меня спрашиваете, это как раз результат сочинских поисков. Но это сочетание просто нереальное. Симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. Так тонко сделано все это, так звучит. Совсем недавно в Москве солировал Денис Мацуев, за дирижерским пультом стоял наш добрый знакомый Александр Сладковский. А оркестром, хедлайнером тоже процесса, был Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Это ваше детище, вы основатель, художественный руководитель, главный дирижер. Вот насколько сейчас состояние оркестра соответствует тем высоким требованиям, которые вы предъявляли при наборе? Не почувствовали ребята, что все, они уже, так сказать... устроены, что все в порядке. Продолжается ли там, ну, в хорошем смысле, наблюдение за происходящим? Ну, основная, в общем, идея как раз состоит в том, чтобы дать возможность детям, молодым моим коллегам, проявить себя и научиться. Вот основная идея как раз обучение. Ну, вот сколько смычка, сколько там, какая вибрация. Человек не может в возрасте 11-12 лет, там, 14 лет работать. Он должен еще учиться. Учиться, да. И при этом не надо забывать, что эти люди живут в огромной стране. Вот кто-то во Владивостоке, кто-то в Ростове-на-Дону, кто-то в Ярославле. В Сочи, в Москве, в Петербурге, ну и так далее, в Казани. Они не могут уже быть профессиональным, оплачиваемым коллективом. Поэтому мы четко знаем нашу задачу. Мы их учим, выводим в мир. Это школа жизни. Это слева, справа, сзади, спереди. И еще дядя там размахивает. Что-то и в ноты надо смотреть. Надо знать, куда ты нажимаешь и так далее. И мы четко понимаем, что наша задача в этом. И ответственность огромная. Огромная. Еще по быту тоже, представляете, они оказались, допустим, в Женеве, увидели фонтан, но никогда не видели Петербург и Москву. То есть вообще никогда не выезжали сюда. А они раньше это увидели. Понятно, что у нас есть великие... Есть прекрасные музыканты, которые... Вот в мое время там по коридорам консерватории ходил Давид Федорович Ойстрах. Ростропович. Там Коган.
Ну, и молодые Гидон Кремер, Спиваков, конечно, Третьяков, Гутман Наталья, Олег Каган. А вот так подумаешь, мы ждем сейчас, от... я жду с нетерпением каких-то открытий у молодых композиторов. А тогда они были, тогда и Шнитке ходил в коридоре. Я с ним как раз помню даже, где это было. Вот мы встретились в коридоре, пообщались. А я вот сегодня, да, я жду, когда появится следующий Шнитке. Или пройдет Ойстрах по коридору. Вот для этого нужна, нужна почва, которую мы должны удобрять, вот, который, за которой мы должны следить очень внимательно. И тогда есть надежда, что появится такой композитор. Поэтому в Сочинском фестивале есть конкурс, уже 5 лет он существует, молодых композиторов. Ждем, вот ждем. И поиски замечательные. Иногда такие невероятные. У нас в каком? 2 года назад, по-моему, я играл одну из премьер, альтовый концерт «Гандай», японский композитор. Он очень известен хорошо в Японии. Он японец. Да, и он исчез после мировой премьеры в Сочи. Пропал. Человека не стало. А потом, через 2 суток, он появился. Оказывается, веру сменил. Вообще, он на Арсении теперь. Как на него подействовала Россия. Потрясающе. Именно Сочи. И вот интересно, что мы в этом году... Это вообще невероятно, что фестиваль приглашает к себе в гости другой фестиваль. Территория. Это Женя Миронов. Но он пронзительный. Мы выступаем. У нас есть такая с ним программа, где он читает письма Ван Гога. Пронзительно. Просто я каждый раз с таким удовольствием иду, как на представление. Хотя я там дирижирую. Но в то же время я вот, ну, участвую. Вот. И вот этот фестиваль «Территория», он приглашен Сочинским фестивалем. Тоже будут они у нас. Брусникинцы будут, да. Ребята, артисты. Да, там очень интересные и пробы, и находки. Да, это очень интересно. В общем, живем, развиваемся в процессе. Вот так. Ну, это параллельные хорошие... миры, это... Вот немножко сейчас какое-то такое затишье произошло. Вот послевоенное время, 10 лет после второй, ну, после Отечественной войны, какая-то тишина. А в это время творили и Прокофьев, и Шостакович. И вот это десятилетие как-то оказалось немножко сейчас забытым, я бы сказал. Поэтому мы и выбрали это. Не надо забывать ничего. Вот не надо забывать свой день рождения, не надо забывать юбилей, не надо забывать понятие победы. Возвращаясь к оркестру, скажу так. Вот вы сказали, что они видели уже фонтаны в Женеве. Они, безусловно, увидят и Москву, и Санкт-Петербург. Но сейчас им предстоит выступить с гала-концертом в рамках Сочинского зимнего фестиваля. И мы с вами поговорили. Конечно, невозможно в 15 минут вместить всю программу. Понятно. Сверхнасыщенную. Но, слава богу, есть сайт. И все желающие могут увидеть и во многом удивиться и восхититься. Спасибо вам большое, Юрий Абрамович. Удачи на фестивале. И самое главное, чтобы зрители были счастливы и довольны. И возвращались сюда, на ваш фестиваль, не один раз. Спасибо. Там не только местные. Уже приезжают из разных стран туристы именно из-за фестиваля. Спасибо большое. Спасибо. Юрий Башмет сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся.